Здорово, братва! С вами канал Ржевский Может, и мы продолжаем расследовать всякую хуйню в игре The Evil Within и выбираться отсюда, выбираться из темы и всякой подобной прочей херни. Итак, это 7-й сезон, 2-я серия. Ну что же, продолжим. Я тебе забыл управление настроить. Как всегда, сука, забываю это управление сраное, блин. Постоянно о нем, блин, забываю. Ладно, в общем-то, продолжаем. У нас тут, собственно говоря, город. Город Кримсон Сити, полностью превращенный в говно. То есть какая-то психбольница, даже чуть похуже. И мы продолжаем выбираться отсюда и искать своих друзей и этого ебанутого Лезли, которым мы продолжаем. Продолжаем за ним расследование, куда он там побежал, что он там делал, но один вопрос, зачем? Кому нахер нужен этот Лезли? Я же понимаю, что он шизофренутый, собственно говоря, пациент, но это не значит, что прямо нужно за ним гнаться во всю прям прыть. Я понимаю, если бы все было хорошо, но тут нужно спасаться самому, нежели чем спасать этого пациента. Так что сейчас у меня такие вот дела. Пошли, ты не обращай на меня внимания, то, что я сейчас матерюсь, потому что я тренирую записи прохождений на канал. Поэтому сейчас поматерюсь чуть-чуть. Так что вот такие вот дела. Собираем баночки, еще один автомат. Как же мне эти автоматы нравятся, реально, мне они вообще прям очень нравятся. Твою мать, блин. Отлично. Так. Все, раскрыли мы это. Ну и что же, что же мы найдем на этот раз? Помнится, в прошлой части мы как раз таки забрели в этот город, побегали от ёбаного угря, побегали от зомбиков, которые нас пытались убить, подстрелить с арбалетом и всякой прочей хуйней. Так, и сейчас мы будем бежать дальше. И что же мы, собственно говоря, найдем? Что же мы найдем, интересно? Кильман? Нет, Кильман тут нет, Себастин. Я, конечно, понимаю, что ты рвешься ответить на мой вопрос, что мы здесь найдем, но не до такой же степени. Разумеется, он ищет Кидман Джозефа, но, в общем-то, если мы позовем Кидман, это не значит, что она возьмет сейчас к нам и прибежит. Так что тут нужно, как говорится, быть начеку. Да, этот мир очень опасен, очень ужасен, и нужно всегда быть готовым. Нужно быть жестким, смелым и готовым к приключениям. Сука, со светом такой, а? Ладно. Спички. Спасибо за спички. Как раз у меня дома закончились. Нечем поджигать плиту. Так. Так, это что такое? Ух ты, тут Джо... Ой, Кидман убегает от каких-то упырей. Окей. Я бы ей помог, но пускай она сама от них защищается. Нужно идти туда. Спасибо, что напомнил. Я, сука, такой тупой, что не знаю, куда нам нужно идти. Так. И тут, в общем-то, наше приключение с угрём, с подводным, сука, угрём не заканчивается, потому что нам нужно попасть вон в ту, вон, дырку, не которая в жопе, а которая вон, вот той надписи «Open». И нам нужно попасть в нее так, чтобы этот уголь подводный нас не сожрал и не слопал. А чтобы он нас не слопал, эта дверь открывается по истечению определенного времени и мгновенно же закрывается. Так что нам нужно просто предугадать время и попасть, короче, туда. Вон эта сука летает. Так, стреляем. Раз, два, три. Куда ты? Давай, давай, плыви, 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 Себастин, давай. Быстрее, сучка, открывайся. Что ж так долго-то? Фу, спасибо. На этом наше приключение не заканчивается. Мы должны быстро плыть вон на той тачке, пока нас не слопала эта жаробасина, которая там плывет. Так, аккуратно. Аккуратнее. Все. Можно считать, что здесь наша контрольная точка.
А она у нас здесь и есть. Так. И теперь нам нужно как-то спасти, собственно говоря, Кидман, но мы от нее далеко, точнее близко, но мы как-то не можем до нее добраться, потому что ее окружили ебанутые зомбари, которых нам надо убить. Ну и мы тоже попали в беду, нас окружает какой-то угорь, который не дает нам просто-напросто легко проплыть. Ну и чтобы его отвлечь, мы, наверное, закинем ему в ту сторону эту бутылку. Давай. Хотя пока его, собственно говоря, нет, давай мы проплывем. Давай. Которая точка. Давай, плыви. Ты же кашу жрал. А, вот она ты. Убивать ее бесполезно, эту херотень, потому что это просто босс-ловушка, так сказать. То есть это неубиваемый босс. Его можно пройти, только скрываясь от него. Так. Огонь. Кидман, держись. На помощь их слишком много. На помощь. Ты мне винтовку кинь сначала, а потом будет помощь. Ну ладно, я тебе помогу. Как говорится, всеми силами, как могу. Как могу, понимаешь? Как могу. Ну, по крайней мере. Сука. У меня припасов нет. Спасибо, я не знал. Прям мистер Очевидность. Ну ладно. Чем же нам помочь-то ей, а? Дробовик он дрыщенский, он даже не попадет даже отсюда. Попробуем. Может быть попадет. Давай, пробуй. Ну, тоже тут дрыщенский дробовик. Нихуя вообще попасть не может. Ну ладно, бежим дальше. Так, стоит, конечно, сейчас на цифру 3 сделать шприцы. Так, быренько сейчас поплывем туда. Так, иди нахер. Ты съешь все баса только через мой труп. Твою мать, блядь! Нихера себе, я думал, сейчас на меня съест. Спасибо тебе, лестница, я должен тебе. Я тебе просто обязан, я тебе благодарен. Я сейчас чуть... Она, блядь, напрыгнула, у меня чуть мозг не взорвался. У меня реально чуть мозг не взорвался. Короче... У меня есть хорошие новости. У нас получится отвлечь эту херню вон теми упырями, которые подвешены вон на той вон ставне. Но у меня есть и плохие новости. У нас, сука, закончились патроны от пистолета, поэтому хер знает, как мы будем, короче, стрелять. Хер знает как. У нас нигде нет патронов. Спасибо. Спасибо большое, просто-напросто. Боеприпасов нет. Да это прям у нас мистер Очевидность. Так, и чем же нам магнумом? Получается. Придется магнум истратить, да? Наверное, не стоило нам помогать Кидман. Ну ладно, что ж поделать. Главное просто не прокосить, короче. Потому что магнум косить. Магнумом косить нельзя. Да еще чего. Давай, пойдешь? Отлично, отлично, да. Плыви. Давай, плыви. Ты иди ты нахер, трупак херов. Давай, жри его, давай, пока я тут буду проплывать. А, давай. О, бутылочки, отлично. Хочу сказать, что этих угрей тут будет не один. Их тут будет двое, даже трое, поэтому тут будет вообще очень сложно пробраться. А контрольная точка будет аж там, где она и была. Да, хреново. Так, ну ладно, сейчас мы кинем, короче, эту бутылку туда. Чтобы эта херобора от нас отстала. И куда ж ты, твою мать, выпрыгиваешь-то? Вообще, что ли? Даже на предмете вспомогалки она пытается нас сажать. Плыви туда. Туда плыви. Давай, Себастьян. Кто стреляет-то вы? А, вон эти упыри стреляют. Какие-то вон стоят.
Что? Ты скотина сраная, блин. Говнюк хер. Иди сюда, блин. Сука, он так быстро стоит, я не успеваю даже реагировать. Мразь. Что за херня? Я же не попадаю. Почему я не попадаю-то? Вот говно, а. У меня еще нет этих аптечек. Ну, спасибо. В жопу пошел. Все патроны просрал от магнума. Вообще отлично, блин. Так, и что делать? Давай, давай, плыви. Плыви, давай. Все. Прошли. Аптечку я использовать, сука, ни за что не буду. Она мне еще понадобится. И, кстати, я куда-то просрал свой телефон. Я никак не могу его найти, чтобы засечь секундомер. Такие вот дела. Ну, благо, тут контрольная точка. На этом наши ужасы еще не заканчиваются, так, спички. Так, нам нужно, короче, искать патроны от дробовика, пистолета и все прочие хрени. Так, у нас есть бутылочка. Пока нас не видно. Будем по стелсику вырубать. Твою мать. Какого? Убийство. Оптом, 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 сука, оптом. Давай, давай, давай. Оптом, блядь. Оптом, блядь. Вырубитесь, вырубитесь, мрази. Так, патроны дробовика. Давай, скотобаза. Так, вот и Кидман. И хорошие новости, шприц лежит прямо у нее. Кидман, если бы не ты... у тебя бы выебали зомби. Да, я знаю. Так, и шприц прямо у тебя рядом будет. Будешь позже. Возможно, это еще не все. Конечно, не все, ты еще отсос не будешь делать. Берегись! А, блядь, бежим отцу. Да куда шприц-то не взяли? Шприц, дай взять. Жердяй, херу. Вали отсюда. Шприц, шприц, бери. Используй. Ты используешь шприц-то. Блин, твою мать, используй шприц. Все, отлично. Так, сейчас еще тут что-нибудь подсоберем. Вот тут спички есть. Может, какие-нибудь патроны. Нам сейчас все. Нам сейчас, блядь, все нужно. Болты. Болты тоже отлично. Мне нравится. У меня уже 30 болтов. Так попробуйте, Кидман, стрельнуть. Ух ты. Ух ты. Чё по одному патрону? Чё, блин, такие жлобы, сука, вообще. Капкан, блин, поставили в таком неудобном месте. Ладно. Так, а что у нас там было? Откопыть её. Ну все, тут ничего нету. И у нас нихера нет патронов. Спасибо большое, спасибо. Так. Скрытное убийство. Хоп! Блять, вот тебе прям горло, прям гори. Так, ну что, от него ничего не дадут, что ли? Ладно, давай, давай же зажгем, может, ничего от него дадут. От них редко когда дают. Патроны там, от них в основном дают только баночку. Нет, от этого упыря не дали, к сожалению. Жаль. Жаль, я уже надеялся. О. А я уже надеялся, что нам дадут что-нибудь хорошее. Но нихера, нам не дали. Ладно. Не отставай, клуша. Так, лифтик. Блядь, я лучше пешком пойду, то быстрее дойду. Даже у Антона лифт это быстрее ходит. Так, ну не факт. Не факт, что у нас там внизу. Спички. И за одной спички я могу хоть в начало игры пойти. Это же спичка, она очень важна. Я так рад, что ты жива. После, а что ж тогда в лифте? В церкви я... Ты был в церкви?
Да, и я, и Джозеф. Надо ему крепко досталось. А тот мальчик из больницы? Лесли? Мальчик. Я нашел его в клетке. Да он же дылда, блин. И убежал. Мальчик. Мальчик, блин, с пальчик. Статуя, охренеть. Ключик вообще заебись. Все, пошли. Пошли отсюда. Все, пошли. Давай шприцы-то набирать. Давай, Себастьян, ищи шприцы. Ну ты, блин, вообще какой-то вообще слабак. Я что-то не понимаю, что тебе, блин, не знаю, блин. Как будто ты в школе, вообще не в армии, не, ну в армии ты, наверное, был, судя по твоему телосложению. Но вот, не знаю, ты там, наверное, отжимался, присак там качал, грудак ты там, наверное, качал, как я думаю, да? Ну вот, бег, наверное, ты там точно не качал. Потому что все с тобой, сука, понятно. Бегать ты нихера нормально не можешь. Может, в принципе, это объясняется тем, что у тебя как бы в запасе много оружия, там предметов, они тебе мешают бежать. Может быть, это, собственно говоря, разработчики пытаются нам, сука, донести, да? Что, почему он как медленно так бегает? Не потому, что он там какой-то трыщ, правильно, там не может добежать. Или там, наоборот, жарабас, который там у него веса, блядь, много, и из-за этого ему тяжело бежать. А просто у него много вещей подвешено, собственно говоря, да, и поэтому они ему мешают бежать, да? Ну ладно. Если только этим объясняется, тогда я тебя прощаю. У нас патроны от чего? Дробовика. От пистолета. Ничего так мало, давайте побольше патронов, ну реально, ну как будто я буду с муравьем сражаться, блин, что мне так 4 патрона все же даете. Чего мне как нищеброду, блин, даете? По одному патрону. Ну ладно. Ну что же, первый раз мы путешествуем. Что-то странное. С одной Кидман. У тебя кровь из носа не шла, голова не болела? Нет, а что? Такое было у Джозефа. Он словно превращался в одно из этих существ. Может, это не на всех действует? А да, это действует только на ебанутых очкарей. Конечно, не на всех. Ты же нормальная, правильно? Ты же у нас. В общем, первый раз мы бегаем с Кидман, а не с Джозефом. И это хорошо, потому что у Кидман нет никакого здоровья, у нее бесконечное здоровье, ее невозможно убить, поэтому это мне, собственно говоря, и радует. Не нужно использовать никаких аптечек, даже они пусть и будут и бесконечные, но все равно. Этот Джозеф нам в прошлом предоставлял немало хлопот. И убить себя хотел, блин, вообще какой-то долбанутый, сука, вообще. Как этот Лезли, блин, ничем не лучше. Ну, по крайней мере, может, он лучше, ведь его уважают его коллеги, да? Вот интересно, а почему не рассказывают про семью Джозефа? Вот про семью Себастина рассказывают, но он главный герой, это понятное дело, что про его семью, про его судьбу рассказывают, да, то есть жена, там, дочь, все прочее. А вот почему про судьбу Джозефа не рассказывают? Ведь у Джозефа наверняка была тоже, там, не знаю, своя семья, там, может, мать, отец, там, всякая прочая херь, там. Ой, ну ладно, это я имею в виду херь, под херью я подразумеваю, там, хобби, там, все увлечение, я имею в виду не родители, а родители, там, это святое, не знаю, что говорить. Ладно, у нас ролик, давай посмотрим, что у нас будет. Какая с нами херобора на этот раз приключится. Что такое? Как тогда в церкви, помнишь? У тебя кровь из носа. Салфетку хоть возьми. Платок носовой возьми. Только не я. Ха-ха. Сразу вспоминается момент из Resident Evil 4 с Леоном. Да реально, реально с Леоном вспоминается момент. Не подходи. Твою мать! Беги, пока он тебя не изнасиловал. Я умер. Мне попали прямо в сердце. Ладно. Щутка, так сказать. Ну что же, похоже на Себастина. Тоже подействовала эта отрава. Ты начал превращаться в монстра. Ты напал на меня. Извини, но теперь ты порченый. Порченый. Он пытается остановить меня с твоей помощью. Порченый. Погоди, ты о чем? Да, короче, тот же самый момент, который был в четвертой части Резидента. Помнишь, Пашок, в самом конце игры, когда
Внизу Ада Вонг и Леон встретились, да? И Леон тоже стал превращаться в одного из зомби и тоже на нее также напал, да? Я это помню, открою, да. Открою, открою. Лесли? Лесли, это ты? Нет, это Папа Римский, знаешь. По голосу и так понятно, что это он. Лесли, отлично. Ну, наконец-то нашли его. Все, еще давай домой немного выбираться. А? Что такое? Рувик? Помогите, 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 помогите. Да откуда тут дверь-то, сука? Дай помогу. Эй! Открывайся ты давай, скляча херов. Я помогу, Себастьян. Да, выбирайся. Все, помогаю. Так. Лесли? И опять он съебал куда-то. Ну блин, ну почему ты все время убегаешь? Что ты дурак, что ли, совсем? Мы тебя спасаем, мне туда тут опять убегают, блин. Шизофрену ты херов, блин, вообще какой-то. Не понимает, что, блядь, его спасать пытаются, но не может на протяжении. Сколько игра уже идет? Часов 10, в протяжении часов 10 или даже больше гонится, а он убегает, ему похеру, ему главное убежать и какую-то хуйню нести. Все хорошо, все хорошо, все плохо. Да, ты прав, Себастьян. Вот я как раз то же самое говорю, мне это надоело, да. Вот ты сейчас прям читаешь мои мысли. Это что за херня? Газ какой-то, что ли, я не пойму. О, твою ж мать, а? А мне опасно. И появляется газ. И что же нам делать? Ну, но благо у нас не появляется шкала справа, что мы можем отравиться. Это хорошо. Это хорошо. И тут, короче, скорее всего, по звуку, как мне кажется, входят эти чертовы упыри с дубинками. А может даже и нет, я не знаю, но по звуку мне так, честно говоря, кажется. Да, это они. По звуку уже понятно. И тут нужно действовать, сука, очень крайне аккуратно. Нет, это они. Это они. Твою мать, бежим! Бежим! Куда же он на меня-то идет? Нет, нет, не убивай нас. Мы будем хорошо себя вести. Давай, 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 выбираемся. Попробуем сейчас мы его вырубить. Скрытной атакой. Хотя лучше не надо, потому что... Даже если мы вырубим этого его на скрытной атакой, то все равно придется его так и так потом убивать. Так, он пошел обратно, давай. Какого хера? Что это? Что это такое? Нет, не убивай нас. Все, этих предов от... Так, что, опять что ли, еще один газ? Ну ладно. Так, кнопочка давай нажмем. Карта-ключ. Не можем использовать без карты-ключа. А, тут обычные зомбаки. Это хорошо. Это хорошо. Твою мать, он не один, блин. Братанов своих херовых пригласил. Вот примерно такой же. Такой же газ, короче, такой же дым был у нас после выпускного. После последнего звонка 11-классников. Когда они петарды взрывали. Лопушки вот эти все. Сука, нас спалили. Бежим. Бежим отсюда. Бежим. О, можем использовать это. Давай, давай. Что так медленно-то? О, давай. Тушься в унитазе. Просрись. Все. Ну тебе в жопу. Хотя... Тварь. Скотина сраная, блин. Как они так бегут вообще? Твари, блядь, сраные, суки. Ну ладно, все. Они меня разозлили. Они меня разозлили. Вообще не нужно было палиться, сука. Я понимаю, что все быстро хочется, но не нужно палиться. Такие вот дела. Так, ладно. А, мы отсюда выбежали, понятно.
Блять. Ладно. Огнеопасно. Мать твою, тебе все огнеопасно. Так, ладно, на этот раз мы не попадемся, я надеюсь. Слушай, давай попробуем его так вырубить. Мне кажется, это поможет. Давай. Беги, беги, беги! Все, давай. Отлично, все, осталось тех упырей убить и все. Там этих лосей уже не будет. Бутылочка. Куда же он бежит-то, я не пойму. Сраные херни, блин. Куда вот они бегут? Давай, вырубай его. Вот, все, это тебе за тот прошлый раунд. О, молоток. Отлично, молоток. Вот это вообще разговор. Так, ладно, давай. Давай, ты что так орешь? Ты не видишь, что там зомби сейчас тебя спалят, понимаешь? Сейчас просто газ перекроем. И все нормально. Все, газ я должен уйти. Ну да, он ушел. Так, где же нам карточку ключ-то искать? Что-то я этого упыря не вижу. Он где-то здесь. Где же он есть-то? Вон он идет. Нашли мы его. Сука, всех упырей вырубили. Давайте что-нибудь хорошее, патрончики там от него. Да куда ты? Ну что такое? Ну чё вы от него ничего вообще не даете? Ай, вот эта карточка, отлично. Ну этих я уже убивать не... Хотя можно, почему бы нет? Почему? Ладно, пошли. Не будем отвлекаться. Где этот гараж? Так, 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 давай, давай, давай. Подожди, 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 подожди. Стой, 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 стой. Что-то наверняка есть. Левый shift. Просто спрятаться, хотя бы что-нибудь... Патрончики какие-нибудь дают, там что-нибудь еще какой-нибудь... Что-нибудь еще. Ну ладно, все, используем. Отлично. Все, поднимаемся. Все. Покажем всем средний палец, пошлем всех на три веселых буквы и валим отсюда. Просто валим из этого ебанутого города. Джозеф, ну наконец-то этот очкастый Джозеф. Хрен нашелся. Наконец-то мы его нашли, мы его обнаружили. Сейчас мы ему дадим просраться, как говорится. Вот тут как раз ящики. Ящички, как говорится. Давай. Патрончики, патрончики мне. О, винтовочка, спасибо, спасибо. Не стоит благодарности. Так. Не стоит благодарить. 4 патрона, это вам не хухны-бухны. 4 патрона нам на всю игру хватит. Судя по тому, какая она экономная, сколько она за раз может дать патронов. Нам. Так, ладно. О, сохранение. У нас как раз есть ключик. Болты я пока не буду тратить, я буду их экономить. И хочу сказать, что скоро уже будет конец эпизода. Но все равно давайте сохранимся, так и так. Потому что тут лежит дневничок, который нам, судя по всему, стоит прочесть. А на шприцы-то есть? Нету. Но аптечку я тратить не буду. Говорю сразу. Так, давай. Дневник Себастьяна Кастланоса, август 2012 года. Как будто у меня мало проблем в семье и на работе. К нам с Джозефом прикрепили
стажерку. Супер, будем няньками. Кидман еще совсем зеленая, но как у всех новичков в наше время, самомнение у нее выше крыши. Каждый раз, когда мне приходится слегка обходить правила, я ловлю на себе ее косые взгляды. Она не понимает, что это часть работы, что иначе закрыть дело бывает просто невозможно. Что до ее характера, то Кидман холодная рыба, совершенно отстраненная. Ее задача наблюдать за обстановкой и помогать нам. Но иногда мне кажется, что она ученый, который смотрит на чашку Петри, где сидим мы. Словно она просто изучает нас вместо того, чтобы самой учиться. Есть в ней что-то, что меня бесит, но я не могу понять, что именно. Что тебя бесит? То, что она постоянно попадает в какие-то приключения, то, что она постоянно за них гонится какие-то ебанутые зомбаки, вот что она, собственно говоря, бесит чем. Ее постоянно надо спасать. Собственно говоря, как и всех упырей здесь. Что это доктор, что этот Лесли, что Джозеф, все они такие одинаковые. Одинаковые, как говорится. Ни хуже, ни лучше. Как говорится, ни рыба, ни мясо. Пропал следователь, искавший серийного убийцу. Его имя и что с ним стало неизвестно. Поиски серийного убийцы остановлены. Полиция опровергает слухи о том, что главный следователь пропал без вести. Подожди, главный следователь не про нас, что ли? Это не про меня? Подожди, или про него? А, ну это я, и он есть. Подожди, ну хорошо, допустим, ну мы же здесь, вот. Вы давно к нам не заходили? Да, я две минуты назад был у тебя, что ты пиздишь тут, короче. Иди, вон, сиди в своей больнице, смотришь там, блин, вообще не в ту сторону, блин. И поэтому тебе кажется, как будто мы у тебя давно не были. Увольняйся отсюда, мой тебе совет. Ты посмотри, в какое тут говно в больнице разрушено, ты еще тут работаешь. Увольняйся, давай нам нашу долю, которую мы тут, собственно говоря, должны получить за все это переживание, всех этих ужасов и страданий, и все к чертям. По домам разъедемся и нахер вообще на все. Так, Башанин, ты говорил, что Куплинов открывал какую-то верхнюю ячейку, да? И какую же из этих верхних ячеек он открывал? Так, я что-то не понял, подожди. Кое-какие ячейки мы тут уже открывали, помнишь? А, ну да, вот они подсвечиваются. Подожди, какую из этих? Вот смотри. Посчитаем сколько-то всего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть нам нужно открыть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пятую нам нужно открыть, да? То есть вот эту? Посмотрим, что здесь нет. А, нет. Ну ты сказал верхнюю, я открыл верхнюю. Не знаю. Может нужно было эту открыть или... Ну, короче, откроем либо четвертую, либо шестую в следующий раз. Ну ничего, баночка тоже хорошо. Сейчас что-нибудь прокачаем. И идем дальше. У нас как раз здоровье наполнилось. Спрашивает еще. Что мы давно не были. Где я давно не был, так это у себя дома. Потому что... Ну то есть не я не был, а Себастьян не был у себя дома. Так как он попал в этот стэм и, собственно говоря... Не знает, как ему отсюда выбраться. Просто продолжает идти дальше, продолжает спасать Лесли и всех остальных. Так, ну что нам прокачать-то? Так, качание шприцами не хватает. Конечно, как нищебродам давали. Конечно, не хватает. Тогда прокачаем емкость магазина. Короче, сейчас все будем прокачивать емкость магазина. Так, магну пока не надо, мы им... Все равно редко пользуемся. Так, винтовка. А, мы уже прокачивали. Давай прокачаем время перезарядки. Мне кажется, это важно. Критические попадания. Да ну и так хорошо стреляют, в принципе. Что, ну смысл критические попадания прокачивать? Скорострельность. Множитель урона. Давай мы пистолета прокачаем скорострельность. А нам не хватает. Точность. Вот давай точность прокачаем. И еще давай прокачаем. Критические попадания. Да, тут надо прокачать. Все. Все, теперь мы полностью нищеброд. Ладно, давай все сохраняться, наверное, да? Сохраняться, давай. Видишь, ты там... Сидишь, ногти там стрижешь, там пилишь, там пилочкой, и, конечно, ты ничего не видишь. И думаешь, что мы давно не были. Конечно, блин. Так, ну ладно, все, давай.
сохраняемся вот этот слот и продолжаем игру, собственно говоря. Так. Так, и теперь, собственно говоря, мы недавно видели Джозефа. Кидман нас кинула, подумав, что мы превращаемся в одного из этих тварей сраных. Так, давай, шприц, шприц. Ну, болт тоже хорошо, но мне сейчас шприц нужен. Ну, спасибо вам. Ну, болты тоже, конечно, нужны, но мне сейчас нужен именно шприц, потому что у меня просто мало хп. Так, может, тут что-нибудь есть. Сюда мы не упадем. Этого нам просто-напросто игра сделать не даст. Так, и куда идти-то? Либо сюда, либо туда. Так, нет, туда-туда. И что делать? И что нам делать? О, еще баночка. Это хорошо. Нет, не эта баночка. А, вот эта баночка. 500. Ну, тоже нормально. Тут все закрыто. Я не понимаю, почему на протяжении всей игры нам попадаются какие-то манекены. Я вот не понимаю смысл вообще этих манекенов. Чтобы мы на жопу не подбывались, подрокали что ли слегка. Я хочу, конечно, но не на манекен точно. Твою мать! Что ж пугает-то, а? Ты что, херел что ли, блин? Это благодаря множителю урона. Какой-то упырь выбежал, короче, и начал нас крошать. Так, тут можно только спрятаться. Понятно. Так, все, тут ничего нету. Ладно, пойдем туда дальше. Куда идти-то? А, да, сюда. Все. Вообще, Пашаня, это мне вспоминается, когда мы с тобой в детстве, короче, играли в игру под названием «Путешествие». Помнишь, мы по бордюрам ходили, тоже боялись упасть. Вот то же самое и здесь, похожий момент. Тоже как бы так аккуратненько ходит, такой узкой такой щелочки, блин, вообще, да. Не, знаешь, что тут вообще не продумали? Смотри внимательно, что здесь не продумали. Сейчас тебе покажу. Смотри. Смотри, прикол. Себастьян у нас великий... Великий и ужасный! Он может стоять на воздухе, понимаешь? Ну, хотя не совсем, конечно. Но смотри, у него одна нога стоит на вот этих вот ставнях синих, а вот вторая нога у него стоит на воздухе. Нет, в принципе, это возможно. Я не отрицаю, но нога-то должна висеть, а не стоять, а у него она стоит. Как будто воздух плотный, и, собственно говоря, на нем можно стоять. Ладно. Не будем о плохом. Так, что у нас здесь? Сюда можно пройти? Нет, нельзя. Жаль. Жаль. Так. Еще баночка. Так. Что там дальше у нас идет? Ну что, давай. Все, на автобус и домой. Все, давай, Джозеф. Все пройдено. Угорь, да. Это было самое сложное, это был угорь. Собственно говоря, прошли мы эпизод, мне он понравился, такой прям эпизод города, то есть так прям все хорошо обделано, такие зомбаки уже посложнее нам попадались, городские уже с арбалетами на нас нападали, уже с автоматами, с миниганами, со всей прочей хуйней. И, короче, мне напрягает один вопрос. А нахера нам в конце эпизода дали, короче, зайти в больницу? В конце эпизода. Дали зайти в больницу и сохраниться в конце. Когда можно было это сделать вполне в середине, где-нибудь еще. Нам действительно нужно было попасть в больницу, чтобы прокачаться, или что-то типа того, короче. Ну ладно. В общем-то, мне понравилось, что у нас будет дальше. Дальше будет вполне интересный эпизод, который по своей структуре будет очень сильно напоминать Resident Evil 5. Ну, я потом скажу, что он будет напоминать из Resident Evil 5. А мы давай сохранимся. Сохранимся мы вот здесь. Не, вот здесь мы сохранимся, в глубинах. И начинаем следующий эпизод. Поездка называется. Ну, да. Эпизод будет соответствовать, собственно говоря, своей действительности. Поэтому его так и назвали. И не зря. Сейфоголовый.
Так, ладно. У нас ролик. Слава богу, ты жив. Как ты добрался? Смотрим. Это было нелегко. Но хоть больше не было никаких припадков. Повезло тебе. Эй, кажется, я нашел для нас транспорт. Да ты прям молодец вообще. А Кидман где? Че, он до сих пор нас боится? Сейчас узнаем. Черт! Она с таким энтузиазмом выкнула это слово. Отвечай. Что такое? Что? Это что за херобора? Я не понял. Ну что ж, на этом, наверное, можно закончить. Все-таки довольно долго мы уже прошли. Ну что ж, мне понравилось. В следующем эпизоде будем отмахиваться от этой хероборины. Будем уезжать на автобусе, на огромном автобусе. Подальше, собственно говоря, от этого разрушающегося города. И это все будет в следующей части. А так, не забывайте подписываться на мой канал, ставить палец вверх и вступать в мою группу ВКонтакте, которой еще нихуя нет. Ну ладно. Просто ладно, Пашенди, это было для канала, я тренируюсь, короче, и мат тоже был для канала, я тоже тренируюсь. Так что давай, все, Пашенди, и тебе удачи и пока. Увидимся в третьей серии седьмого сезона. Все, всем пока.